знаете, мне так нравится, когда какая-нибудь древняя игрушка пытается обогатить программный багаж моего компьютера своим директом, на котором она хочет работать. Это всегда так мило. По-моему, Medal of Honor или что-то из вчерашнего. Да, по-моему, он пытался мне NVIDIA Physics какой-то воткнуть и воткнул, потому что без него вообще он работать отказался. То есть, но эта игра ничего, эту игру это не касается, потому что это ремейк, как мы знаем, значит, здесь будет хорошая графика. Поэтому обучение, господи. Обычно я всегда пропускаю обучение, но, блин, потом наступает в игре такой момент, что я начинаю дико жалеть, что я это самое обучение не прошел. Поэтому я, пожалуй, его пройду. Я пройду на всякий случай. Но не надо думать, что я буду корячиться и проходить его без вас. Раз буду я наслаждаться обучением, все будут страдать. Познакомьтесь с моим другом, это Боб. Вы будете управлять им в процессе обучения. Давайте начнем с простых вещей. Подойдите к отметке на полу. Я пытался родить шутку насчет его свитера, который... Я даже не знаю. Так, используйте левый рычажок, чтобы... Левый рычажок? А, это не про джойстик? Так, где у нас тут левый рычажок? Вообще, что такое рычажок? Бум-бум-бум, к отметке на полу. Нет, если это такое обучение, то я сразу отказываюсь. Нажмите что? Чтобы бежать, нажмите палочку с пиписькой. Отлично. Теперь вы знаете, как передвигаться. Еще вы сможете осматривать то, что вас окружает. Мне нравится, управлять камерами. Как двигается этот киборг. Попробуйте. Кнопки L и R позволяют управлять... То есть полюбоваться на себя? Также вы можете осмотреться, чтобы увидеть то, что вас интересует. Так... Все, до свидания. Я научился играть. Прикольно, не записалось ли это или нет, я точно пока что не уверен. Я просто вышел из обучения. Единственным выходом, который я нашел, это оказался выход из игры. После чего я снова зашел в игру, и теперь у меня не работает джойстик. Вообще игра... А, нет, нахрен здесь своим обучением. Вообще игра работает... Ты пишешь? Эта игра вообще работает довольно судорожно после того, как там нажимаешь играть или нажмите кнопку, она сворачивается в окно, подвисает, после чего снова разворачивается во весь экран. То есть, знаете, как будто ее током херачат, когда я что-то жму. Итак, наши дни. Игра вышла в 2005 году впервые. Вещи вокруг нас, поэтому это уже не наши дни. Мы думаем, что знаем окружающий нас мир, но на самом деле видим лишь внешнюю сторону, то, чем все кажется. Я был таким, как ты. Я верил в человечество, газетным статьям, телесериалам, политикам. Он на деревенском туалете сидит, я так понимаю. Но наступил день, когда мир дал мне по морде. И у меня не осталось другого выбора, кроме как увидеть его таким. И философствует, естественно. Меня зовут Лукас Кейн. Я расскажу свою историю, то, как с обычным парнем. Я, знаете, тоже люблю о жизни подумать, сидя на толкане. Может, так оно и должно было случиться. Когда на весь мир насрать охота, сидишь, думаешь. Неважно. Но одно я знаю наверняка. Но он сидит в такой позе, как будто молится. Ему только свечку в руки воткнуть, но это было бы взрывоопасно, наверное. И да, я опять забыл про субтитры. Игра называется Фаренгейт. Я поначалу подумал, что это по книге Фаренгейт 451, или как его? По-моему, да, 451. Про то... Нью-Йорк, столица мира. Ну, короче, типа как фильм «Эквилибриум», только книга, я все собираюсь ее скачать и прочитать, потому что мне интересно. Говорят, очень стоящая книга, но, блин, «Игра престолов» ни хрена не заканчивается, это бесконечная какая-то. Так, я понял, ладно, снег идет, это прекрасно, только это как будто, знаете, как будто не снег идет, а как будто ураган дунул на поле с одуванчиками, и вот они тут парашютируют, просто какие-то снежинки невнятные. Криволапая ворона. И это ворона с парализованными, видимо, лапками. Потому что я не понимаю, почему она их не поджала. Музло серьезное. Ворона прилетела посмотреть, как писает наш дипломат.
Нет, нет, слава богу, он был похож на нашего. Вообще он на Охлобыстина немножко смахивает. А там кто-то вскрылся в туалете, да? А еще он немножко на Билла Гейтса похож. Но Билл Гейтс никогда бы в этом сральнике не оказался, наверное. Вообще что-то это так напоминает фильм «Ворон». Например, потому что здесь тоже летает ворона. Передоз. А, он теперь стал зомби. Это я играю уже, судя по всему, да? Нет. Ни хрена, чем он так ширнулся, интересно, смотрите. Эту шмаль называют Терминатор. Че, он его завалил, что ли? Просто он нож держит, как полный, блядь, я не знаю. Человек, который так держит нож, никого не может убить, даже если захочет, мне кажется. Так можно промахнуться и себе обрезание сделать случайно. Я так понимаю, что этим маньяком, видимо, играем мы. Оргазмирующим маньяком в вязаном свитере, но... А это Карл. Из этих исходящих мертвецов, судя по лицу. Шляпы реально не хватает. В смысле, ковбойской. Что? Что же я наделал? Лукас минус 60. Что я натворил? Я же человека сбил. Я не хотел. Все было как во сне. Да. Хрена себе у тебя. Если тебе такое приснилось, значит, ты об этом думал перед сном, да? Существует такая легенда. Так, здесь сидит чувак, который рекламирует полицию всей своей курткой. Сюда кто-нибудь не зашел. Так, когда в правом верхнем углу экрана появляется этот значок, игра автоматически сохраняется на жестком диске. Угу. Никогда бы, блядь, не догадался. И чё? А чё происходит? Он отказывался ходить на клавиатуре, поэтому пришлось еще один перезапуск, и теперь снова я с джойстиком. Так, видимо, надо его снычковать, да? Этому нас научил Хитман. Что это такое? Выбрать кабинку? Или что? Я жму, блядь, все кнопки уже, я не понимаю. Что? Что? Стрелочки, блядь, чего нахуй? Чё ты от меня хочешь, блин? Ты долбай. Триггеры? Нет. Крестовина? Нет. Левый стик? Нет. Правый стик? Нет. Кнопки? Вот это только, блядь. Где тоже ничего нельзя выбрать. Что это вообще он достал за... А, это типа смартфон такой, блядь, какой-то похоже. О, он пошевелился. Как он это делает? Надо жать на какую-то кнопку. Пиздец полный. РБЛВ. Никогда бы не подумал, что это шкала какой-то скорости, блядь. Я думал, мне просто предлагают выбрать, в какую кабинку его спрятать. Теперь надо его смыть в унитаз, да? На какую кнопку? Боже, наверное, на эту. Я... Понимаю, что в игре есть обучение, но, знаете, сейчас в современных играх тебе обычно пишут подсказки в таких местах, что тебе нужно нажать. И это совершенно не впадлу делать, я думаю, разработчикам. В отличие от того, в отличие от обучения, которое впадлу проходить, потому что оно начинается с абсолютной тупизны. Как ходить, как, блядь, крутить ебалом, очень интересно. А субтитров в игре, кстати, походу нет, я не нашел. А что это за значки? Кран, блядь, глаз. Лево, право. Мне что, опять? Какая кнопка действий, блядь, на этом джойстике? Блядь. Не работает.
А, правым стиком надо выбрать. Нельзя выходить в таком виде. Посмотреться, умыться. Это управление, это худшее управление на джойстике, я думаю. Так, и коп идет в туалет. Интересно, он захотел ссать или он что-то подозревает? Надо что-то делать с пятном крови. Пожалуй, я встану на него. И скажу, что это у меня с конца накапало. А кровь и нож. Действительно, этот коп что-то начинает подозревать. Надо его тоже валить. Срочно. Ну, задремал он на толкане. Он даже вон что-то отложил. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Не, а что я-то? Заканчивается моя история. Остаток моих дней я буду гнить в какой-нибудь тюрьме. Наказанием за фейл становится вылет игры. Так, ну я понял, это я прочитал, что жанр игры логик, и надо как бы думать очень быстро здесь. А, например, так, спрятали. Хорошо, надо сныкать нож и стереть кровь. А, стереть кровь шваброй, видимо. Ну давай. У меня был план встать на место на пятно крови. Так там еще сука, там еще у толчка, знаешь ли. Ты что, типа, помыл? А, я стиком тру. Это что за симулятор уборщика вообще в натуре? Вот там у толкана, смотри, сколько пятен. И здесь течет, то есть я все равно вижу кровь. Но, видимо, это не важно главному герою. Главное вот основную лужу слить, а вот та палевная, как бы, которая идет в туалет, это его вообще не смущает. Да. Стиком это делать не так уж и удобно, надо ровно попадать. Здесь я не выйду. Что закрыто, блядь? Мы все видим, что открыто. Закрыто. Я истекаю кровью. Наверное, я порезал себе запястье ножом. Предплечья тоже изрезаны. На кровь ссы, надо смыть, ёптать. Что-то в этот раз коп мешкает. Потому что ему кофе погорячее налили. Главный герой цинично поссал. Ну, я так понимаю, все, он готов. Можно идти отсюда, пока коп сюда не пришел. И успеть смыться из этого заведения. Главное не вызывать подозрений. Герой истекает кровью, но с него не капает. Так, я за кофе-то ничего не должен. Так, можно сесть, можно встать. Зачем? Добрый день, офицер. Сэр? Официантка, она что-то заметила. Я ж сказал, наконец. Заплатил ты или нет? Да. По-моему, вы забыли оплатить счет. О, да, конечно. Простите. Счет за еду. Как я мог забыть? Сей, сука, я так и подумал. Быстрее, пока не обнаружили тело. Где мой счет за еду? И насколько я пожрал? На сколько долларов? 6 долларов. Еще. Надеюсь, у меня есть деньги. С таким видом бросил. А, слушай, я думаю, по походке мы палимся, потому что мы наркоманы. Смотрите, он просто идет как киборг. Просто, бля, робокоп на марше, ёпта. Все. А, я прошел. Миграция из этого района, пока не приехала полиция. Этот город как Silent Hill, почему весь в пепле. Давайте посмотрим, найдет ли этот дед тело, которое я так умело спрятал в сортире, но... Вообще, сука, классно игра, если подумать, вот... Я такого не припомню, мне... Ну, с чем сравнить, может, чтобы вот такой логик был. Пешком до моего дома слишком далеко.
Нужно найти другой способ. Ты охуела? Ты раньше не мог сказать, что пешком до твоего дома слишком далеко? Ну, я же говорю, мы палимся по вот этой вот... по следу. Оставайтесь на местах. Блять. Здесь только что произошло преступление. Прошу сохранять спокойствие и подождать приезда полиции, которая удостоверит ваши личности. Где машина-то какая-нибудь? О, такси. Хорошо, что у главного героя в кармане есть деньги. Фу, Лукас успел сдриснуть. Действовал он, конечно, как порно, как полное ебанько. Я, например, он только частично смыл кровь. А это что за модно одетый человек? Угу, понятно. Игра нам на что-то намекнула, как бы, что... Я против... А это приехал... Закуски шефа. Это здесь. Но это... почему они всегда ждут моей смены, а потом начинают убивать друг друга посреди ночи? Анджелина Джоли и Крис Рок? Ай, в Нью-Йорке каждый день кого-нибудь убивают. У Тейлера знак банды нататуирован. Я думаю, он заслан к копам. Мне назло. Хочешь понять, дело это внутри. Так я хоть не умру от холода, пока буду тебя выслушивать. Как скажешь, Карла. В надежде на то, что его машина будет ездить быстрее, Тайлер нанес аэрографию пиздатого мотора себе на капот. Ну и чё, чувак, помогает? Ой, блин. Так. За 5 лет службы в полиции я видела много убийств, но к смерти нельзя привыкнуть. Эти комбинированные кадры. Ты просто учишься жить с ней бок о бок, вот и все. Не знаю, может, это была усталость, холод или что-то еще, но я точно помню дурное предчувствие, посетившее меня, когда я вошла в ту забегаловку, как будто какая-то часть меня уже знала, что на этот раз все будет иначе. Как много мыслей в голове у этой женщины. Это не свойственно женщинам столько думать на входе в закусочную. А тут я хочу сказать, что даже я уже вижу пятно крови. Вообще я с легкостью могу описать, составить портрет убийцы. То есть поймать его, я как бы знаю, куда он бежал, потому что им играл я 5 минут назад, и это странно. Привет, Тайлер. Эй, Мартин. Ну, что случилось? Убийство. Я нашел тело в уборной. Зашел туда перед тем, как идти домой. Дома ссать надо. Так, Мартин, давайте спросим Мартина. Что ты тут делал? Ты был при исполнении? Нет, я просто оказался тут, когда произошло убийство. Я просто хожу в своей форме, и даже когда у меня выходные. Ты готовит отличный кофе. Никто не заметил ничего странного? Никто ничего не видел. Подозреваемый есть? Прежде чем я нашел тело, ушел один клиент. За каким столиком сидел подозреваемый? Он сидел вон за тем столом. А это тебе что даст, за каким столиком он сидел? Это официантка? Да, Кейт Моррисон. Думаю, вам следует ее допросить. Если позволите, инспектор, я попрошу. Я буду пытать ее лично. Она все еще в шоке. Спасибо за помощь, Мартин. Уже поздно. Лучше иди домой, немного поспи. Ну, я подожду, пока вы поговорите. Иди проспи, Синебол. Почему у его куртки один рукав желтый? То есть это альтернативная реальность, видимо, какая-то, да? Где полицейские все-таки одели более как клоунов. Когда наверху экрана появляется этот символ, вы можете переключить персонажа. Чтобы переключить на другого персонажа, нажмите опять эта загадочная кнопка. А как же мне переключиться на другого персонажа? Так, явно не так. На Select? Нет. Мы с Тайлером напарники уже почти год. И я хочу ему дать от всей души. Ты так на него смотришь? Иногда он ведет себя непредсказуемо. А тот это знает, потом улыбается. Смотрите, она строит ему глазки. И намекает на миньет своими губами. Блять, какая отвратительная сцена. Отойди от него. Как мне переключиться на мать его другого игрока? А, вот.
Так, ну что ж, я буду плохой коп. Пожалуй, дай-ка я допрошу этого пенсионера. Эй, мастер, эй, старый, откуда тебе деньги на кофе? Мы же знаем, что у тебя маленькая пенсия. Пойти себе налить. Спасибо, Мартин. Йо, нига. Так, на понт его взять не получилось, он умело выкрутился. Так, а вы кто такие, мать вашу? Тайлер, на тебе лица нет? Да. Эй, чувак, а ты не из банды латиносов, что Герыч толкает тут неподалеку, а? То хожу, как оживший покой. Где твой лоурайдер? Где оружие? Ну, вы тут быстро закончите. Ты не знаешь, Карло, она может держать всех на ногах до самого завтрака. Она самая упрямая девчонка из всех, кого я знаю. Возможно, я дурак, но мне так показалось, что он только что рассказывал, как она ему в микрофон классно дует. И может держать его на ногах очень долго. Просто этот жест, это и вместе с этим текстом, то есть тут как бы... Мой напарник скоро возьмет у вас показания, мэм. Это не займет много времени. Не вздумай куда-нибудь сбежать, старая сука. Это у меня на прицеле. Единственное, что я хочу напомнить, что эти игры выбираете вы. Поэтому, если вам не так весело смотреть на то, как я играю в логические игры, а мне самому не весело на это смотреть, помните, не надо их вписывать. Ой, а я еще стратегию запишу. Подождите, вообще офигеете. Так, пожалуй, все-таки буду ходить классной тёлкой, чем дерзким нигером. Мне кажется, у них разные способы добиваться показаний. И к женским способам я не готов. А почему в этой, в этой забегаловке только один туалет, и он мужской? Что за дискриминейшн? Оп, оп, зеркало, да? Подмышки сухие, Рексона. Прическа Тафт 23 погоды. Почему мы не делаем селфи? Так, а вон, собственно, и сидит, грустит наш клиент. Несколько ран в левой части груди, в области сердца. Похоже, удары нанесены ножом. Похоже, удары наносили ножом. Я даже помню, что он где-то здесь лежит на полу. Вон он, у тебя под ногами, ты прикинь. Столовый нож весь в крови. Клара стресс, Клара страх. Убийство. Убийца решил зарезать жертву ножом, которым ел? Это означает, что убийство не было преднамеренным. С какого хуя ты это взяла? Передай Гарриту, чтобы он снял отпечатки с ручки этого ножа. Еще скажи, чтобы он сделал анализ крови с лезвия. Тайлер, окей. Труп убили ножом. С чего ты взяла? Да вот он на полу лежит. И ты бы его увидел, если бы меньше торчал в своем телефоне, играя в Angry Birds, проклятый ублюдок. Нет, 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 снова проверяет подмышки, господи. Я думал, что она обратит внимание на кровь в этой раковине, но ей абсолютно насрать. А это что такое, настенный аппарат? Это как бы мешок для грязного белья, что ли? Странное. А, наверное, для салфеток, после того, как ими вытришь руки. Да. Или для бумаги, после того, как ей вытришь жопу. Ну что, она уже готова сделать вывод? Отпечатки на ноже. Это все уже не уйдет никуда убийца. Музыку можно поменять? Чашку кофе, инспектор? Спасибо, Мартин. Нет уж, спасибо. Я видел, как ты в них свои усы полощешь. Тайлер, я посмотрю, нет ли чего снаружи? А, и вот тут-то мы наконец-то увидели кровь, да? Убийца ранен. Ей уже его жалко, походу. Ну, а там, где он в такси садился... А, наверное, мы можем допросить таксиста. А может, они еще и не уехали? Такси. Возможно, убийца приехал или уехал на такси. Я проверю список отцов, по которым такси отвозили пассажиров. Да, ведь в нашем городе такси всего одно. И на нашу зарплату в булочную на такси уже не ездят. В смысле, вот в эту забегаловку. И что сейчас надо... Что сделать-то? Надо официантку добыть. Ты куда прешь, блядь, на своей Deo Nexia, ёпти. Смотрите, это... Нет, это реально. Это двухдверная Audi. Какая-то олдскульная. Блять, а как мне идти, если я не вижу, чё там? Эта камера, она самая непонятная. Зачем она
как бы со стороны, знаете, как будто за мной оператор все время бегает и снимает ее с выгодных ракурсов. Не, ну скажи, что она на Анжелинку не похожа, а? Эй, ты в кедах. Кейт. Я следователь Карло Валенти. Я расследую это убийство. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Да, конечно. Я пользуюсь пятой поправкой. Нихуя вам не скажу, проклятые мусора. Вы хорошо знали жертву? Джон был завсегдатаем. Каждый понедельник заходил. Всегда заказывал одно и то же и давал на чай. Охуеть. Кейт, вы давно здесь работаете? В следующем месяце будет 11 лет. Я повидала всякое. Нищих, бродяг, наркоманов, кого угодно. 11 лет в забегаловке. Грабили, но вот вам американская мечта, понятно? Нет никаких карьерных лестниц. 11 лет она вон кофе толкает в этом... Сюда заходил еще кто-нибудь? В заведение. Нет, не думаю. Войти можно только через главный вход. Если бы зашел кто-то еще, я бы увидела. Что делал тот мужчина перед убийством? Он сколько-то здесь просидел. По-моему, он читал. Джон был один? Он с кем-нибудь разговаривал? Джон всегда приходил один. Мы болтали с ним о погоде, о его работе. И все. Какие-то жалюзи такие переломанные висят. Джон улика. Вам не показалось, что Джон и подозреваемый были знакомы? Нет. По-моему, они не были знакомы. Когда пришел Джон, тот парень уже здесь сидел. Они друг с другом не разговаривали. Ну, не мог же он договориться я подождать его уверена, здесь? Я что Джон его не знал. Да, вопрос крайне тупой, хочу заметить. Что происходило до убийства? Вы не заметили ничего необычного? Нет. Совершенно обычный вечер. Расскажите, что вы видели? Я думаю, надо переходить к тому, опишите, как выглядел тот, кто вышел из дверей, дабы составить фоторобот, а отпечатки пальцев уже теоретически есть на ноже, поэтому сидеть задавать тупорылые вопросы, я не знаю. Кейт, возьмите себя в руки, прошу вас, вы наш главный свидетель, так что нам очень нужна ваша помощь. Моя смена подходила к концу, и я болтала с Мартином у стойки. Джон встал и пошел в туалет. Наверное, тот парень последовал за ним. Когда он вышел, я заметила, что он не оплатил счет, и я за этим слежу. Тут такое часто бывает. Многие забывают о деньгах. Что было дальше? Парень вернулся. Он оплатил счет и ушел. Я поняла, что произошло только когда Мартин нашел тело Джона. А оплатил он внимание рублями. Перед тем, как подозреваемый пошел в уборную, вы не заметили в его поведении ничего странного? Нет. Хотя да. Я кое-что вспомнила. Один раз я подошла к нему спросить, не нужно ли еще что. А он не ответил. Просто сидел и смотрел прямо перед собой. Странно так. Ну, я не настаивала. Залип, нарколыга, я базарю. Слушай, ну можно как-то, блядь, закончить этот допрос уже и пойти к чему-нибудь другому, ну господи. Как думаете, вы смогли бы познать подозреваемого? Никогда не забуду его лицо. Отлично. Вы не могли бы завтра подъехать к нам в участок и помочь нам составить фоторобот-убийцу? А, вот, наконец-то она вспомнила, как да. Это делается. Я сделаю все, чтобы помочь вам его поймать. Огромное спасибо за помощь, Кейт. Огромное надеюсь, тебе, пожалуйста. Надеюсь, этого подонка. Такие, как он, вообще жизни не заслуживают. Обещаю, ой, мы сделаем все, что в наших жизнь? Силах, чтобы его найти. А теперь идите домой и попытайтесь немного поспать. Что это дед что это дед делает? Лапает официантку, пользуясь случаями. Ох уж эти мужчины в форме. А что у него на фуражке нарисовано, я не понял. Доброй ночи. Да. Так. А этот, блядь, стоит все в телефон играет. А денег мы одинаково получаем, да? Ну что мы, шоколадный Дукалис рванем отсюда куда-нибудь. О, уехать. Нашел что-нибудь, Тайлер? Блядь, не то нажал. Для этого нужно смотреть в оба и не засыпать.
он все продолжает делать намеки, чтобы она погрызла его банан. Он не может столько зевать. Тайлер, думаю, я видела все, что нужно. Да, я видела все, что нужно. Мы можем еще раз все осмотреть, если хочешь. В смысле, ты намекаешь на то, что ты будешь дальше играть и зевать, а я пойду, блядь... Давай еще раз все здесь осмотрим. Блядь. Ты готов ехать, Тайлер? Думаю, я видела все, что нужно. Ты уверена? Мы можем еще раз все осмотреть. Я тебе сейчас пельмени разобью, ублюдок. Ок. Нет, все хорошо. Поехали домой. Хорошо, едем. Одна из возвращаться. Я смертельно устала. Ты устала? Ты работала 5 минут. При этом только сидела и разговаривала. Как же ты не надорвалась-то, блядь, ударница труда. А где бардачок у этой машины? Там что это за вытяжка там стоит? Тайлер, включи дворники, ни хрена же не видно. Итак, я прошел первый уровень, да? Или теперь надо еще там же за санитара сыграть, который труп тащит? Посмакуем лучшие моменты этого уровня. Не очень понял, на что он сейчас обернулся. Это кошмар. Интересно, сколько лет это Лукасу? Просто ночной кошмар. Я никого не убивал. На его плоском теле попытались нарисовать какие-то мышцы, я смотрю. Это был не сон. Все было на самом деле. Надо собраться и идти на работу. То есть от вскрытых вен ты не собираешься подохнуть, да? Будто в мозг задолгали стальной брус, а потом расплавили. Нужно это прекратить. Что прекратить? Бухать? Торчать? Ширяться? Вау, Моник-то из будущего, смотрите. Безрамочный монитор. Так, погуглим. Убийство в туалетах. 25 число. Рабочий стол с японским самолетом. Видимо, он ждет... А, он ждал релиза World of Warplanes. Б назад, а подтвердить. Email, веб. Новые жертвы видеоигр. За последние несколько дней расследование кровавой бойни в средней школе Чикаго значительно продвинулось. В комнате двух юных убийц было обнаружено несколько десятков жестоких видеоигр. Следователи не сомневаются в их связи с убийствами. Эти видеоигры, как нисто, чрезвычайно жестокие. Подверженные их влиянию подростки пытаются повторить те же сцены в реальной жизни. Какая, блядь, хуйня. Говорим как человек, который хер знает сколько раз прошел Postal и пару раз Manhunt. И первый, и второй. Не надо все валить на видеоигры, я не знаю. И особенно вот после каждого такого случая, действительно, в каком-нибудь телевизионном шоу собирается толпа народу. И давай серьезно обсуждать, какие игры плохие. А вот то, что Джона Леннона из-за книги застрелили, может теперь читать запретим? Ну его нахер, а? Нужно с этим что-то сделать. Ну, а можно было шкаф не закрывать, интересно. Мы видим, что он любит носить черное и кожаное. Классное окно у него, кстати, вот это, с вентиляцией. О, а я думал, он живет в комнате, а у него, смотрите, какая хата. Hello, Moto. Алло. Ну, дверь, ну или так. Рад тебя слышать. Я решил позвонить тебе и узнать, не хотел бы ты сходить вместе со мной на могилу мамы и папы. Честно говоря, я подумал, что это был бы неплохой повод вспомнить, что мы все-таки семья. Чувак, тебя Марго очень хуево слышно. Я сильно влип. Попробуй вытащить изо рта, блядь, что-нибудь. Что случилось? Я не могу говорить об этом по телефону. Маркус, все очень серьезно. Тогда встретимся в парке через полчаса. До встречи. О, братан не оставит в беде. А что, автоответчик прослушать можно?
вчера в 19:30. Лукас, это Тиффани. Я подумала, может, я могла бы заскочить к тебе завтра после работы и забрать свои вещи. А, давай, сука. Я их уже упаковал. Я их уже упаковал, блядь, в черные пакеты и вынес на улицу к бачкам. Тупая тварь. Расставаться надо красиво. Не так ли? Я нашел карту Виндетты, и мне накинули бонусов каких-то. Надеюсь, посудку-то хоть помыть меня не заставят стиками. Вот, благословенная страна, можно воду из-под крана хлестать, блин. И не дрестать, ёпта, ну, чего ещё-то? А, давай ещё кружечку за здоровье маханём. Я просто не понял, что это за значок. Интересно, давайте проверим, сколько герой всего может выпить и не обоссаться. О, в холодосе, наверное, мышь повесилась. Ну да, мышь повесилась и молоко. Смотрите, два стакана воды, сверху еще молочка. Ну все, это... Обратите внимание, как правильно держать пакет, кстати. Не открывая, он мысленно попил молока. Так и что? Мне кажется, ему нужны какие-то таблетки, нет? Ключ. Ключи от квартиры. Возьму, когда буду уходить. Где деньги лежат? Мощная шутка. Я, кстати, не подошел к столу, но почему-то... О, а ты спортсмен, я смотрю, ты спортсмен. Овер что? Оверблист. Какая интересная фирма. Ну давай, втащи-ка. Я не могу, руки еще болят. Да, не быть тебе чемпионом мира, лох. Я не могу. Ой, снова ворона, кстати, прилетела, смотрите. Сейчас опять, походу, кого-то убить придется. Кищ! Кищ отсюда! Да, тут мистика. Ой, а на улице зима, а он ходит босой по балкону, по снегу, в труханах. Нормально. Пацан-то закаленный, походу. Зачем-то можно закрыть все окна. Зачем-то зимой они все у него открыты. Ой, чувак, а у тебя есть Xbox? Даже слышать ничего про это не хочется. А что такое-то? Полиция Нью-Йорка, откройте дверь. А как они так быстро? Эй, что это такое? Стой на месте и подними руки. Как они так быстро? Наверное, я схожу с ума. Как они так быстро его вычислили, я не понимаю, так. Убирай ее. Блять, да как ты заеб уже. Он как будто на залупе скачет, блять, а не убивает. Что за позы, блин? Убийца гомосек, блять. Одежда, в которой я был прошлой ночью. Она вся в крови. Лучше ее отсюда убрать. Сожги ее нахрен, ёптель. Это не одежда, вообще-то, это платок. И мне надо отнести его в стиральную машину. Такие миссии немножко в стиле папы осьминога, блять. Ну, вот той игрой-то, где ты контрацептивом играешь, блин. Так. Я бы думаю, что надо было полностью в душ загнать. Потому что он нихуя не хочет мыть свои руки. Пиздец, умылся, как одолжение сделал. Я так, блядь, в детстве умывался, когда мама зубы чистить заставляла. Он в душ в труханах залез. Нормально. И сам помылся, и трусы постирались. Вот так в детстве я не делал. Так я делал, когда стал пьяный домой приходить. Все, руки нихуя не вымылись. Вот зачем мне ссать, я не понимаю. Стиралку не надо включить? Нет, не надо. Полиции запрещено, видимо, обыскивать стиральные машины. Так. Ему надо что, перебинтовать его руки или чего получается? Надо включить музыку, это обязательно. Чё у тебя есть? Санта Моника,
No way out. О! It's no easy way out. Да, вот это. Нет, это хуйня какая-то. Конечно, правообладатели могут меня за это немножко подздрючить, за эту музыку. Но я думаю, гулять так гулять. И мы будем слушать песню Say Goodbye. Полиция Нью-Йорка, откройте дверь. Полиция, они все знают. Пришли меня арестовать. У меня играет музыка, я не слышу. Полиция. Минутку, уже иду. Нахуй ты им отвечаешь, сделай вид, что не слышишь. Улик, который связывает меня с событиями прошлой ночи. Прежде чем открыть дверь, нужно быстро все спрятать. Оделся быстро нахер. Сэр, полиция Нью-Йорка. Вот тупой урод. Немедленно откройте дверь. Что он скажет насчет своих рук, что пытался покончить с собой? Где у него аптечка, где у него бинты, где что-нибудь? Ёб твою мать, какая камера, ёбаный насос. Камера вот просто говно. Если вы сейчас же не откроете дверь, мне придется ее выбить. Ты пиздишь, я вижу таймер. Выбивальщик, бля, хуев. Будешь новую, блядь, на свою зарплату ставить, гандон. Давай вот этим руки намажем, блин. Может, народная медицина. Последнее предупреждение. Открывайте дверь, или я ее вышибу. Ой-ой-ой, шибец. Чувак, давай, блядь, быстрее ищи долбанную аптечку. Блядь, ты открываешь одни и те же двери, ну пошел ты нахуй. Видимо, тебе действительно надо попасть в тюрьму, чтобы там хорошенько, блядь, подрихтовали твою задницу. Черные братки в душевых. Что ты, хули ты? Блять, подожди, я к двери пристраиваюсь. Это не дверь. Пизда мне. Стоять! Так заканчивается моя история. Соседи услышали крики, доносящиеся из моей квартиры, и вызвали копов. Полиция быстро нашла доказательства моей вины и обвинила меня в убийстве, совершенном в той забегаловке. А нахуя ты кричал в своей квартире? Теперь я так и не знаю, что произошло на самом деле. Тупой урод, блядь, потому что, сука, говно. Вот здесь есть чекпоинт, но... Они все знают. Пришли меня арестовать. Я просто не понимаю, что я должен здесь сделать со своими руками, чтобы этого не было. Полиция! Минутку, уже иду. Не должны найти улик, которые связывают меня с событиями прошлой ночи. Прежде чем открыть дверь, нужно быстро все спрятать. Может быть, если я ему сам открою, он не спросит? Немедленно откройте дверь. Не спросит, зачем я пытался покончить с собой. Эта игра, она логичная, но, блядь, она какая-то нелогичная, ни хрена. О, да это же Махоуни. Если вы сейчас же не откроете дверь, мне придется ее выбить. Ну так почему? Дверь... Нет варианта дверь-то открыть. А где ключ? Секунду, я ищу ключи. Глухой, что ли, сука? Я сказал, я ищу ключи. Последнее предупреждение. Открывайте дверь, или я ее вышибу. Странно, у него дверь с двух сторон ключом открывается. Офицер? Я... Простите, что заставил вас ждать. Я был в душе. Вы Лукас Кейн? Да. Мистер Кейн, соседи слышали, как у вас кто-то кричал. Что-то случилось? Да, я проститутку купил и ее порол тут. Бежала. Да, это я кричал. Порезался осколками стекла, вот и психанул. К счастью, ничего серьезного. Да, посмотри, как так порезаться-то можно. Вы позволите мне осмотреть вашу квартиру? Блять, это тебе нахуя интересно? Ну иди, смотри. Ну ладно, давай. Хочешь позавидовать, как нормальные пацаны живут?
Сэр, что у вас с запястьями? Я же говорил, просто случайно порезался осколками стекла. Я эмо, блядь. Ничего себе, вы когда режетесь, так на совесть, да, сэр? Я слушаю оригами и хуярю свои вены, но... Почему у вас в доме скрипят все двери, сэр? Вам что, совсем насрать? Наша служба и опасна, и трудна. Да, если бы я знал, что он такой благодарю тупой... Благодарю за сотрудничество. Извините за беспокойство, сэр. Знаете, сейчас такое творится, так что лучше лишний раз перестраховаться. Да. Я понимаю. Прощайте, мистер Кейн. До свидания, я бы сказал. Гражданин начальничок. Да, я думал, что надо забязать руки, одеться и выйти в одежде, а не в трусах, как ебанько. Сука, с перерезанными руками, потому что... Но у главного героя, видимо, другой взгляд на вещи. Я не знаю, блядь, где... Как он вообще собирается одеваться или что? По-моему, он готов выйти на улицу в трусах, ему пофигу. Я помылся в душе, но кровь не смылась, поэтому я не могу одеть куртку. Я вообще не понимаю, как это связано. А что у него в этом сундуке? Ничего. Я думаю, что поэтому мне не пройти никогда эту логическую игру, потому что я не улавливаю вот этой логической нити. Теперь газета какая-то. В газету он, что ли, руки свои обернет? Резня в эстенской забегаловке. Прошлой ночью в уборной одной из местных забегаловок было совершено жестокое убийство. Убийца, мужчина около 30... Один человек — это не резня, блин. Это вот именно что убийство. Вы бы еще, блядь, кровавой баней назвали. Кровавая баня, убили одного человека двумя ударами, блядь, кухонного ножа. Fuck yeah. Ну, мой руки, помой руки, пожалуйста, бля, помой. И оденься. Я хочу думать, что я хоть что-то понимаю в логических играх. В душ он больше не хочет. Руки завязывать ему нечем. Туалетная бумага его тоже не устроит. Ну что ж, я думаю, ну, в принципе, 40 минут прошло. Время огласить свой вердикт. Значит, игра для меня, как видите, слишком сложная. Я не могу понять, чем нужно завязать руки. Вот. Но возможно, что интересная, как представитель. Пусть он стоит на балконе, простудится и сдохнет, пока я заканчиваю. Просто он маньяк, и его нельзя выпускать в свет. Вот. Видел я логические игры поинтереснее, но и неинтересные тоже видел. В общем, не знаю, на любителя жанра, где надо, в принципе, то, что принимать решение на время, это хорошо. Это сделано интересно, это я хвалю. Сделано интересно, но логика подчас мне не совсем ясна. Я думаю, что задумка хорошая, а вот продумана не очень хорошо. Либо в то время, когда эта игра сделана, не было возможности сделать лучше. Ну, а так все отлично, мне нравится. Так что что-нибудь тоже жмите, напишите. И адьё.